Глава 3 книги «Песни песней Соломона». На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящие от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона. 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Вот они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, чери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.